Всем привет! А мы опять отправились в новое путешествие. Мы едем на каникулы в Сочи. У нас у детей весенние каникулы, и мы едем отдыхать. Погода, конечно, у нас сегодня супер. Не летная, а вернее даже летная. Дует ураганный ветер, аж машину сносит. Но мы надеемся, что там будет очень тепло, потому что когда мы выезжали из Ставрополя, у нас было минус 2. И еще лежит снег. Вдобавок к сильному ветру еще и начался дождь. Вот его-то уж точно не хватало. Вон аж как, вот не знаю, ой, видно, не видно, аж машина вот так вот туда-сюда иногда колбасит от ветра. Просто ураганный, все летит с полей. Крыши иногда даже вот видно, как отрываются у домов. Просто кошмар. Но мы не унываем и надеемся отлично отдохнем эту недельку. И вот оно, море наконец-то. Вот это там штормит. Вот это шторм. Аж отсюда видно, какие там вообще волны огромные у нас. Зря всю дорогу был сильный ветер и дождь шел. Нам до Сочи 161 километр остался. И вот мы въезжаем в Сочи. Это Сочи. Нам остается уже совсем немножко, 86 километров. Сразу видно, что мы в тропиках, в субтропиках. Над дорогой растут пальмы, зелененькие такие, зеленые деревья. Как будто уже весна вообще наступила. Все распустилось, только дождик моросит. Ну что, заехали мы наконец-то в нашу квартиру, в которой мы будем жить эту неделю. Покажу вам небольшой обзорчик. Заходишь здесь сразу кухня, плита, чайник, микроволновка, стиралка, холодильник, телевизор. Здесь такой большой диван раскладывается. Здесь обеденная зона, диван тоже раскладывается. И здесь вот такая спальня. С кроватью, со шкафчиком. Ну, чистенько все, аккуратненько очень. Туалет. Туалет. Небольшая раковинка такая. Привет. И душевая кабинка. И самое такое классное, это у нас есть балкон. Сейчас выйду. Дождик немножко моросит. Вот с таким видом суперским. Вон там вдалеке видно море.
если бы была погода сейчас немножко не такая пасмурная, его было бы видно четче. И вот такой вид с этой стороны на горы. Класс. Супер. Там и горы, и море, у нас все видно. И у нас здесь сразу, как выходишь за калиточку, такая набережная прогулочная. Вчера у нас не получилось дойти уже до моря, потому что вечером лил сильный дождь. Мы с дороги очень устали, уже стемнело, но не было смысла идти. А сегодня вот прям с утра мы пойдем сейчас прогуляться. Тут вот прокат самокатов прямо у нас возле дома. Смотри, как классно, прямо пальмы растут возле домов. После дождя сегодня прохладно. О, самолет взлетает. Класс. Посмотрите, как здорово. Прямо во дворах зеленые деревья такие, как будто лето. И везде пальмы, пальмы, пальмы. А вот здесь Мзымта уже более полноводная. С той стороны она уже сюда течет. И уже такое прямо русло глубокенькое. А вон там уже видно море. Шторм продолжается. Сейчас дойдем до него. Здесь вот такой мостик через реку. И сейчас мы уже, по идее, должны выйти вообще к пляжу. Собаки какие-то гуляют. Так, ну-ка. О, это прям пешеходный мостик. Здесь можно пешком людям проходить на ту сторону. Вот она, река Мзымта. А вон оно, море уже. Совсем чуть-чуть осталось. А с этой стороны у нас горы. И вот место слияния реки Мзымта с Черным морем. Там такие волны вообще бушуют. Класс. Это сейчас мы с пляжа подойдем вот с той стороны поближе. Будет видно вообще. Такая волна там вообще шикарная. Стены так украшены такими композициями, так сказать, крутыми. Фотозона. О, тут прям вся стена, смотри, в таких разрисованных прямо крутых штуках. Не просто серенькая стена, а красивая стена, разукрашенная. Кто-то старательно разрисовал. Пляж, на который мы сейчас выйдем, называется Сочифорния. Это почти как Калифорния. Тут даже серф-доска стоит, смотри. Здесь есть серфинг, бассейн, всякие кафешки, клубы. Вот вход на пляж. Вход на пляж Сочифорния. Ну-ка, пойдем посмотрим, что за такая Сочифорния. Тут, кстати, все так классно разукрашено. Все стены, даже стены в кафешках все разрисованы. Пальмочки прям в клумбочках растут. Так, сейчас вот по лесенке поднимемся. И будет уже море. Вот она, ура! Класс! Что, берем доску на прокат? Деревянную. Деревянную, прикольно. Таблички, что где находится. Тут есть переодевалки, душ, туалет, детский городок, кафе. Олень, какие, как кубики-рубики, как лего, да, вот эти вот? Ну, да. Сделаны. Вау, вот эта волна. Класс. Вот это сегодня шторм.
называется такой мост. И под него можно вообще зайти. И тут под мостом такие штуки тоже классные, разрисовано все. И камешки эти разрисованы. И здесь разные спортсмены на столбах. Прикольно, придумали под мостом сделать такое место. Там вон канаты есть, прямо груша висит для боксеров. Сейчас вот тут парень приходил, занимался. Турник стоит для занятий. В современном таком стиле. Не просто мост, а такой классный. Решили мы пройти дальше до моста. Думали, потом с детьми уже пойдем. Но нет. Тут такое зрелище, что мы сейчас решили сразу, не удержались. Вау, там вообще класс. Прикольно. Волны вырываются. Глянь, как волны, как из труб вырываются вообще. Глянь, прикольно. Волна такая. Напоминает, как будто фильм такой, катастрофа какой-то, как наводнение начинается. Сейчас все затопит вообще. Глянь, что. Так тут можно пройти до конца моста, если пол не было, тут можно было вообще гулять до конца. А сейчас из-за волн видишь, что тут. Вот это да. Можно в промежуток пробежать туда. Да, конечно, сейчас.